Фрунзенский район – один из последних, кто отчитывается о реализации программы «Обустроим область к юбилею». 8 дворов получили комплексный ремонт с асфальтированными территориями, обустроенными стоянками для авто и детскими площадками. Тем не менее, ярославские депутаты, которые в четверг проверяли отремонтированные дворы, нашли массу недочетов. Самый главный момент – это у нас проблема с отводом воды, когда кладут асфальт. Вторая проблема, значит, после себя организация оставляет много мусора. Конечно, недочеты есть, мы на них, я как депутат на них сегодня указал. Значит, обещают в кратчайшие сроки их исправить. Значит, в целом, работу, я считаю, что выполнена на удовлетворительно. Лучше нет, значит, мероприятий, чем выезд именно на объект, чем в кабинете проводить совещание и по бумагам, так скажем, обсуждать, да? Лучше увидеть это воочию, потому что именно когда мы выезжаем на объект, решается все быстрее. Одна из точек маршрута инспекции – двор на Светлой. Некогда пустырь стал притягательным местом для всех жителей. Раньше молодые мамочки гуляли с колясками там же, где ездят машины. Теперь обустроили пешеходные дорожки, а для деток выстроили большую игровую площадку. Кроме того, ремонт предусмотрел аккуратные парковочные карманы, а также благоустройство территории возле домов. Раньше здесь, конечно, вообще ничего не было. Одна трава росла. Вот. А сейчас очень удобно стало, мы гуляем с ребенком. У меня вот старшая дочка гуляет на площадке здесь постоянно с друзьями. И мы с маленькой, с колясочкой ходим здесь по дорожкам. Раньше, конечно, такой возможности не было гулять здесь рядом с домом.